Нагрузка была предельной. Версия обрушения моста в Воронежской области. Пострадавшие в больнице. Жертв могло быть больше. Почему людей в Калифорнии не предупредили о надвигающейся стихии? Число погибших увеличивается каждый день. Песни, которые поют все. Автору многих хитов, одному из самых известных поэтов-песенников Николаю Добронравову, сегодня 90 лет. Посмотрите «Вести» на канале «Россия». Здравствуйте. Расскажем о главном сегодня. Мощный снежный циклон пришел в Магаданскую область. Региональная столица вся в сугробах. Коммунальщики не успевают расчищать улицы. Закрыты некоторые дороги, которые...